небольшую книжечку основной, так сказать, тренировочную фигуру. Хил по прямой, 12, даже нет, уже 15 секунд позади. Опа, на випчик, какой красивый у Яны, прямо на стол этой пирамидки. Еще один вип, даже не знаю, какой был краше. Оба были великолепные. И чуть больше 15 секунд у тебя еще есть. Но зато как тактично Яна подошла к своей попытке. И в книжке трюки поделала, и в квоте она поделала, и на пирамидочке она отметилась. И вот 5 финальных секунд, великолепная стабильность в исполнении випа в квоте. 2, 1, и под завершение даунсайд випчик у Яна без потери. Яна забивая, молодец и умница. Это уже не зачет, я вот уже все, только эти закончились.